У вас когда-нибудь бывает такое? Вот ложишься спать вовремя, да? Чуть-чуть поспишь какое-то время, потом просыпаешься и все. И не можешь уже уснуть до самого утра. Вот напишите, что вы делаете в таких случаях, если бывает, конечно. Я сегодня опять полночи не спал, прогулял до утра. Сейчас проснулся, не выспавшийся. Но дела делать надо. И надеюсь, что если не буду высыпаться, то, может быть, я перейду на нормальный график. Вообще, конечно, нормальный график, я думаю, что надо больше энергии тратить, чтобы больше спать хотелось. Поэтому мы дома просто сидели, пока дожди, холодрыга. У нас опять какой-то циклон приходил, я не знаю, уже не смотрю их название. Но сегодня вроде начинает уже погода налаживаться, поэтому есть надежда, что опять начну ходить по скверику, по своему любимому, и вернется нормальный режим. Дамы и господа, всем огромный привет солнечного Крита. Мы сейчас едем, угадайте зачем, угадайте куда. Сейчас мы едем отправлять посылки, которые мы должны были отправить уже фиг знает когда. Но у нас то краски в принтере не было, то бумаги не было, то скотча не было, то времени. В общем, миллион причин. Посылки мы отправляем только сегодня. Ребят, простите, пожалуйста, ну правда, ну как-то не получалось. Я не знаю, то одно, то другое мешало. Вот, лучше позже, чем никогда. Поэтому сейчас мы вам посылочки отправим, они упакованы, сзади лежат. Вот, и потом поедем еще кое-какие дела другие делать. Планов много, не знаю, что успеем, время уже почти 12. Посмотрим. Посылки отправлены, коды получены. Коды, ребята, я отправлю, ну, кто будет получать, я отправлю в личном сообщении, чтобы могли отслеживать посылку. А всем остальным хочу пожелать победы в конкурсах и получения подарков с острова Крит. Ой, такое тоже возможно. Так, едем дальше. Одно дело сделали. У нас сегодня еще, как я не люблю это делать, но надо ехать. Да, Эльвир? Угу. Надо ехать в Демархию, это наш муниципалитет, и надо разбираться за воду. Вчера нам отключили воду, просыпаемся, воды нету, елки-палки. Они сами зашли, открыли ворота наши в отель, зашли, перекрыли нам воду и оставили бумажку. Оплатите, иначе в течение 10 дней вода вам будет перекрыта насовсем. Главное, что никаких оповещений о оплате нам не приходило в последнее время, то есть я считал, что у нас все оплачено. В общем, надо ехать разбираться. Потеряшка. Запарковались фиг знает где, пришли уже в центр, немножко так пробежали, заодно и согрелись. Это у нас уже муниципалитет прямо перед нами, осталось найти, где находится это заведение по водоснабжению. Идем. Вот опять же, почему не поставить указатели? Это находится там, это служба там, это служба там. Сейчас, ну что, как дурак, ходи по кругу, ищи.
это Греция, детка. Вообще не здесь. Надо ехать в другое место. Это здание отдельно находится, отдельно от муниципалитета, ближе к больнице, Эльвира. Там, где больница. Зашибись. Вот и я говорю, зашибись. С этими властями как свяжешься, блин. Муниципалитет Хани пересаживается на электротранспорт. Понакупили микроавтобуса себе на электричестве. Критские костюмы? Угу. Прикольно. Но и дорогущие, пипец. Это ручная работа. Сейчас. Поверните направо. Хорош, приехали. Видите, что значит излишняя самоуверенность? Я был уверен, что это находится в муниципалитете, в здании муниципалитета. Я даже не глянул на адрес. Здесь на бумажке есть и телефон, и адрес, и сайт, и все 33 удовольствия. Пойдем пешком? Ну да. Или поедем? Да. Оставим, здесь хорошо стоит машина, да? Ну да. 280 метров, пройдемся пешочком. У нас с утра была зима, а потом наступило лето. Так бывает на Крите. Ну, я бы сказала, весна. Ну, весна, да, не лето, а весна. До футболки пока не будем раздеваться. Жизнь бы не догадался, что он тут находится. Эльвира, авокадовый сад. Надо? Авокадо надо? Надо, но только там закрыто все. Тебя только это останавливает? Ну, на данный момент да. Достали они с этими QR-кодами, документами на каждом шагу. Маски, блин. Короче, вопрос закрыт на один месяц. Потому как там счет 400 с лишним за воду. Я говорю, так, у меня 100 евро есть, говорю, и до свидания. Ну, тогда в следующий месяц приносите, сколько будет еще. Я говорю, хорошо. Все, погнали, погнали дальше. В общем, сейчас заезжали в то место, куда я давно собирался заехать. Это там, где делают рекламу. Реклама, визитки, вывески. В общем, заказали. Ну, пока еще ничего не заказывали. Пока еще попросили сделать нам проекты. Вывески на отель, визитки, футболки, подарочные, кружки и наклейку на автобус. Не знаем, сколько это будет стоить, не знаем, что мы будем заказывать, что не будем заказывать. Пока только пристреливаемся, потому что рано или поздно это делать все-таки надо. Напишите, поддерживаете или нет, или я фигней страдаю. Вот. Короче, вот так. Ну и сейчас, наверное, едем домой, да, Альбер? Все, накатались. Нищебродский магазин. А, еще нищебродский магазин. Ну, уже 2:30. Уже пора домой, уже есть хочется немножко.
Вот, урожай собрал. К столу к сегодняшнему. Так, ну что, угли скоро будут готовы. У нас сегодня рыбный день. Мы решили отдохнуть от мяса и пожарить немножко рыбки на гриле. Сейчас угли подходят. 5-7 минут и начинаем. Угольки готовы. А! Жар хороший. Пече. Обязательная обработка лимоном. Так. С рыбой я никаких танцев с бубнами не делал в этот раз. Я ее просто посолил, поперчил и чуть-чуть добавил розмаринчика для запаха. И все, больше ничего. Сейчас еще надо немножко оливковым маслом ее смазать, чтобы она такая жирненькая была, чтобы корочка была золотистая. Вот. И уже когда будет готово, лимончиком обязательно. Вот так. Она и подгорать не будет на маслечке. Будет то, что надо. Красотень какая. Вот это на сколько мы рыбы взяли, Эльвир, не помнишь? 11 евро. Ну, как раз килограмм и был, да? Килограмм 10,50, по-моему, да? Мы на 11 евро это взяли. Там хвост оставался, мы его и забрали. Рыбка быстренько готовится. Сейчас буквально 5 минут с каждой стороны. И можно на стол подавать. Если будете жарить стейки из лосося, да вообще рыбу, с рыбой надо очень-очень аккуратно, потому что она нежная. И когда она уже почти готова, она начинает разваливаться. Надо ее переворачивать очень аккуратно. Потому что она может поломаться. Будет некрасиво. Вкусно будет, но некрасиво. И мне кажется, что она уже готова. А, Эльвир, как ты думаешь? Я думаю, что да. Я тоже думаю. Раз от кости начала отделяться, значит уже... А! Класс! Румяненькая. Потому что долго ее жарить тоже нельзя. Если долго, она будет пересушена и не будет сочная. И будет... Будет невкусная. А что гадать? Мы сейчас один кусочек возьмем и попробуем. Да? Это же будет правильно. А эти можем накрыть пока. На 2 минутки. Пока мы этого распробуем сейчас. О. Ну, от кости отделяется, видишь? Все, нежнятина, вкуснятина вообще. И никаких маринадов не надо, чтобы не убить вкус рыбы самой. Рыба должна иметь вкус рыбы и моря. Класс, вообще бомба. Лимончик только сверху и будет супер. Эльвира, накрывай поляну. Идем обедать. Такая красота. Вот так. О! Приятного аппетита! Садитесь с нами. Ты нас дождался? Ты поспал?
Всем пока, мы вас любим, ждем на Крите.